Привет! Меня зовут Теспиан. Я робот и живу в цифровом мире. Но и ты сегодня живешь в цифровом мире. Ты ведь проводишь в социальных сетях по несколько часов в день, да? И взрослые не сильно от тебя отстают. Например, у сайта ВКонтакте 90 миллионов пользователей. Каждый день они отправляют 5 миллиардов сообщений. Представляешь, сколько это информации? Как в ней не утонуть? Почему из миллионов песен ты видишь только свои любимые? Из тысяч статей самые интересные. Кто напоминает тебе про дни рождения всех 500 друзей? Это все я. Ты же не можешь прочитать 10 миллионов постов в день. А я могу. Что еще может узнать про тебя искусственный интеллект? Откуда он знает, сам ли ты зашел в свой аккаунт? Какой цифровой след каждый из вас оставляет в интернете? И как заработать новые лайки?